повестке внеочередного заседания Совета депутатов Одинцовского округа 5 вопросов, в том числе о подготовке обращения к губернатору Подмосковья с ходатайством о присвоении городу Кубинка почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Ранее соответствующим обращением к главе муниципалитета обратились местные ветераны. Сегодня город известен танковым музеем с уникальными экспонатами, танковым испытательным полигоном, знаменитыми летными пилотажными группами «Стрижи» и «Русские витязи», военно-патриотическим парком культуры отдыха вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». В Кубинке базируется 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ВДВ. Этот город с богатой историей заслуживает присвоения почетного статуса. К такому решению пришли и жители Одинцовского округа в ходе общественных обсуждений, которые проводились с 9 по 10 марта в форме электронного опроса на официальном сайте администрации муниципалитета. В целях увековечения памяти защитников Отечества и принимая во внимание получение поддержки жителей округа по результатам обсуждения предложений, предлагаю на рассмотрение Совета депутатов Одинцовского городского округа проект решения об обращении к губернатору Московской области с ходатайством о присвоении городу Кубинка Одинцовского городского округа Московской области почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести». За присвоение Кубинки почетного звания проголосовали 26 депутатов, один воздержался. Теперь соответствующее ходатайство будет направлено губернатору региона Андрею Воробьеву и в адрес Московской областной думы. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».